первыми, кто услышал ангелов, были пастухи. И они сразу же поспешили в пещере, где родился младенец Иисус Христос, чтобы поклониться Ему и преподнести Ему свои подарки. На часах старинных полночь бьет,
и зима раскрасит, и зима раскрасит небосвод белой краской. Кто-то постучится, кто-то постучится за окном. Елка загорится волшебством. И преобразится все кругом. Поднимется завеса, и Снегурочка из леса, словно снежная принцесса, поплывет. И примчится птица тройка, и детей сбежится столько, и случится.